Снова всем привет, друзья. Ну и расскажу еще об одном наборе, который, в принципе, у меня уже есть, но вот оказался у меня еще второй один такой набор. Вот, опять же, тот, который я купил за полцены. Очень хорошая стоимость получилась на данный момент, поэтому вот решил забрать. Очень интересная картинка. Многих она, я думаю, в прошлом веселила, радовала. Да и сейчас, возможно, покажется кому-то интересным. Мотоциклисты. Вот такой вот веселый обоссанец. Очень весело все здесь, на этом наборе. С обратной стороны мы видим немецких мотоциклистов на мотоцикле. И еще пару фигур помимо них. Товарищ у столба и вот такой вот тянущийся, потянущийся, уставший какой-то зевающий немец. Литник, ну и, собственно, содержимое этого пакета. Содержимое немалое. Пакет оказался надорван, но ничего страшного. Нам же все равно его рвать. Итак, друзья, внутри у нас пара литничков. Декальки рассмотрим попозже, естественно. Давайте посмотрим на вот такую инструкцию. Это детали на литнике, детали мотоцикла. Внутри есть, да, мотоцикл, как мы уже поняли. Немецкий мотоцикл BMW R72. Здесь разворот показывает, сколько можно сделать различных вариантов этого мотоцикла по принадлежности к каким-либо частям и корпусам. Их у нас целых 5. Целых 5. Очень много. Далее разворот показывает мотоцикл в разных ракурсах, естественно. И вот такая вот компактно изложенная инструкция. В принципе, все здесь понятно, все здесь замечательно. Но что, ребят, скажу, давайте смотреть на литник. Будем смотреть на него. Литник у нас выглядит вот таким образом. На первый взгляд вроде бы все неплохо, но я уже начинал собирать такой мотоцикл, он у меня лежит долгостроя. После звездовских мотоциклов, мотоциклов R12 немецких, мне он очень не понравился. Пластик обрабатывается, насколько я помню, не очень хорошо, он такой мягкий, задирается, насколько я помню. Больше всего мне не понравилось, конечно, вот это вот дело. Видите, все спицы в облое. Спицы довольно-таки мелкие. Ну, это особенность конструкции, да, мотоцикла BMW R75. Вот. Очень меня тогда взбесили эти колеса. Поэтому я отложил на них, как-то закончил. Отложил в долгий ящик это все дело. Вот. Также замыленные вот ребра этих цилиндров, тоже все не очень хорошо здесь, поэтому резьбой по пластику мне тогда надоело что-то заниматься, и я решил отложить этот мотороллер, блин, подальше. Также вот видите, на ручках здесь облой есть, присутствует, но вот очень сделан хорошо вот эта прорезь фары, очень явная, в отличие, кстати, от звездовских мотоциклов. Да. В принципе, в остальном-то мотоцикл неплохой. Я думаю, модельку можно собрать, но она требует каких-то вот этих терпеливых и усердных трудов, конечно же. Есть пара пулеметов различных. Наверное, это тоже хорошо для того, у кого нет в запасах там различного вооружения. Собственно, вот такой мотоцикл. Ну и декали к этому мотоциклу прилагаются.
Естественно, вот такая декалька на 5 вариантов. Значки BMW, кстати, на каждую сторону аж 4 штуки. На 4 мотоцикла. Собственно, если есть мотоцикл от звезды, это можно с успехом применить для мотоцикла от компании «Звезда». Оставить. Там декалей нет со значками BMW. Там предлагается все красить. Поэтому очень может оказаться полезным иметь в запасах такие значочки. Вот. Что у нас осталось? Остался у нас литник с фигурками. Опять же, ну, качество, как обычно, мастербокса. Это качество мастербокса. Вот такая голова. Улыбающегося от радости и облегчения немца, кстати. Она мне почему-то в первую очередь бросается в глаза. Потому как есть на ней облой на прическе. Вот. Ну, в остальном каких-то диких изъянов здесь я не вижу. Ну, взял я этот мотоцикл для того, чтобы, опять же, вот нужны будут трупы убиенных немцев. И очень хорошо можно из них, я думаю, изобразить трупы с полусогнутыми ногами, с различными руками. Заменить там головы. Вот. Поэтому данные фигурки у меня уйдут на трупы, я думаю. А мотоцикл на немецкую колонну, которая будет изображаться на другой тоже объемной работе. Вот. Единственное, когда найти на это все время. Но, надеюсь, пенсии все успею. Спасибо за просмотр. Такой вот был обзор у меня на такой набор. Надеюсь, кому-то было полезно посмотреть это видео. В любом случае, оставайтесь на канале. И надеюсь, в будущем найдется что-то интересное для каждого из вас. Спасибо. Пока.